Биллс всегда на связи, сегодня ветер, но зато хорошее настроение. И мы охотимся с вами прямо за мной, торговый центр «Океан». Давайте пойдем посмотрим, что удалось там купить. Давайте, ребятки, быстренько с вами заохотимся, Детмир, и посмотрим, что здесь у нас есть. Так, ну на первый взгляд, смотрите, как-то мало машин, и сразу бросается премиум, при том 40% скидка, ребята, 18 рублей, плимут. Барракуда, ну можно брать, можно брать. Ух ты, смотрите, тут походу неплохой набор премиума. Это супер, это супер. Вот этот плимут, раньше говорил примус, все время поправляли вы меня. Ну пускай будет плимут. Очень хорош и в раскрасочке, он будет и на резине, и по детализации суперский, суперский. И чем хорошо, смотрите, скидочка 40%, и тут практически есть выбор, хороший выбор из моделей GMC Циклон красного цвета, тоже премиальная тачка, тоже прорисовочка и неплохая детализация. Так, тоже эта серия Car Culture премиум. Вот все, кстати, тачки, которые входят в этот набор. Buick Regal раньше был в Форсаже. Циклон Custom Chevy я видел. А вот, по-моему, не видел только Dodge Challenger. Вот Барракуду сегодня увидели вместе с вами. Слушайте, ну 18 рублей это, в принципе... Тут у нас МН бывает по 10. Это неплохо, неплохо. Так, Honda City Turbo висит. Давайте еще глянем. Так, еще одна Барракуда. Хэми. Ну, классная тачка на красном салончике, такая бодрячок прям. Так, ну что, будет у нас Челленджер или нет, как думаете, в этом наборе? Нет, ребята, нет, Челленджера нету, там висит только две City Turbo. Но, мне кажется, Барракуда вполне достойный аппарат. И за 18 рублей его можно брать, ребята, можно брать. Стоил он раньше 30 рублей. Ну, 30 рублей примерно 15 долларов, 18 в районе 8 долларов. Ну, почти, да, почти в два раза скидка. Не знаю, как на Wildberries, напишите в комментах. Но, как по мне, в принципе, очень-очень хорошая модель, если по премиуму пробегаться. Вот, пожалуйста, слушайте, многие спрашивали про этот вагончик Скуби-Ду. Вагончик сказал, фургончик, конечно же, фургончик Скуби-Ду. Вот, берите, наслаждайтесь, висит на первой полочке. Вот, ну, такое первое впечатление, конечно, что тут было все, но подразобрали ребята. Так, желтый там у нас висит боншейкер пиксельный, но что-то осталось, вот Raging Express. Можно брать, Сакура, Япония, всегда в тренде. Тоже не могли мы словить раньше эти тачки. Но сейчас висят в свободном доступе. Мустанг висит, делал как-то на него обзор. А распаковочку, ну не скажу, что... Прям, кстати, вот Мустанг у нас в начале года появился. Тут какой-то вот, видите, микс идет. Вот этих вот начала года, Бэху М3, мы тоже с вами распаковывали на канале. То есть все, в принципе, уже посматривали, и такой миксик висит. Так, по-моему, в конце Эль Камино висит, тоже мы видели. Ну, давайте покажу вам. Он еще, по-моему, в первой, самой первой раскрасочке. И, на мой взгляд, самый удачный, ребят, самый удачный. Хорошо выглядит. Так, ценничек отвалился у нас. И вот когда наклоняешься, всегда можно увидеть что-то интересное. Например, новые Monster Truck'и. Ну, хороши, ребята, хороши. Так, это, по-моему, десяточки набор. Кстати, какая-то тачка эксклюзивная в десяточках. Тут а-ля, похоже, что-то такое американское. Ford Mustang, возможно. Не пишут, ничего нет, только наборы тачек. Ну, слушайте, неплохая вот эта вот эксклюзивчик. То ли Mustang, то ли какой-то Chevrolet. Но если любите набор, если позволяют средства, можно взять и посмотреть. Ну давай, давай. Эх, думал, что это СТХ, но это даже модель не та модель. Конечно же, ошибся немного. Ошибся, просмотрел. Извиняюсь.
за такую промашку. Так, корветик, беленький корветик. СТХ-шный, по-моему, был темный. Что-то сегодня ценники отлетают, ребята, как щепки прям летят. Камара. Ну, стильненький Камара. Хороший, хороший. Многие, кстати, его брали, я уже видел. Так, вот обращайте внимание, по-моему, вот этот вот корветик тоже был СТХ, но у нас нет. У нас, по-моему, он обычная версия. Ну да, наверное, все-таки было бы странно. Тут уже так ряды проредели. Ой, опять отлетел ценник, опять наклонимся. И смотрите, что на сей раз мне на взгляд попадается. Какие-то монстр-траки. Притом они как маленькие. Тут их два. И на акции, ребят, 40%. Скидки 9 рублей. Не знаю, напишите в комментах, что это вообще за чудо такое. Тут, по-моему, их два. Вот открыть. Получится ли, непонятно, потому что открываешь, и уже как бы нарушается целостность упаковки. За это могут, конечно, и, ну, мягко говоря, пожурить в магазине. А нет, ребята, их не два, их, скорее всего, что это идет нумерация маленьких монстр-траков, как под номером. То есть вот первый номер, второй номер, вот, например, первый будет номер, первая модель. Вторая модель, там, наверное, все двоечки лежат. Да, наверное, двоечки лежат. Но таких вот маленьких монстр-траков я не находил. Напишите в комментах, попадались ли у вас на глаза эти тачки. Так, ну тут уже повеселее. Вот могло быть сокровище, супер. Но, ребята, нет, нет, к сожалению, пока нет. Ищем, да, что нам блогерам? Нам блогерам сам процесс важен, ребят. Сам процесс, это кайф, приехать. Покопаться, поискать, ну купить СТХ, это же так бездушно, ребята. Вот поискать, поснимать, порассказывать вам о своих впечатлениях, это супер. Ну или тем более, как люди продают, господи, да что вы там эти 10 рублей заработаете, эти там 3 доллара, да, и все, гораздо приятнее посозерцать коллекцию, приходить, наслаждаться. Деньги не стоят эстетического наслаждения, ребята. С годами вы это поймете. Меня послушайте. Деньги пришли и ушли, и ты забыла, когда есть крутая коллекция. Это супер. Ну, еще тем более такие люди удивляют, которые мейн покупают, а потом пытаются в два раза дороже продать. Да, ребята, это вообще глупость несусветная. Ну, вы не угадаете, завтра этих тачек, как мерсов, могут миллион навести, и они будут висеть, и никому не надо особо. И что, вы их солить будете, да? В лучшем случае за такую же цену продадите. А может быть, еще и дешевле, чтобы хотя бы какие-то свои деньги вернуть. Но это, на мой взгляд, глупый бизнес, ребята, особенно на мейне. Ой, еще что-то стоит, может быть, того, чего у нас нет в магазинах, там попытаться где-то найти на Западе, привезти, продать. Но опять же, это такие растраты, ребята, это сомнительный бизнес. Поверьте, я его тоже прорабатывал, продумывал. И весьма-весьма, честно говоря, это сомнительно. Вот. Лучше уже, не знаю, там канал свой попробовать. Все-таки это прикольно, это поснимать, поездить. Поискать тачки, там найти каких-то друзей, это супер. Это тем более потом разовьете канал, будете получать деньги за рекламу, за интеграцию рекламную от Google, а все официально, все это же круто, это прикольно. Такие перекупские истории, это, ребята, извините, но это не для нас. И канал Опьюз не советует этим заниматься, гораздо приятнее ездить на охоты, собирать свою собственную коллекцию и наслаждаться. Потому что, ну, что может быть лучше, чтобы потом передать коллекцию, пополнять ее постепенно. Это же можно заниматься не обязательно прям каждый день. Там появились деньги, что-то купил, хочешь сэкономил, можно и премиальное взять, например, вот барракуду. Неплохо, неплохо. Одни из первых, кто здесь побывал. Зированная машина, которую он разбивает. Раньше это был просто кусок. Смотрите, разные есть варианты, вариации этих комбинаций я не видел. О, а здесь, смотрите, как фургон. Наверное, да, и, наверное, ребят, топоновью. Да, давно не было гонки уток легендарных. Смотрите, как, ребята, вот, да, такой вот магазинчик с вами. Посмотрите, он легкий, наверное, 3 грамма весит. Но зато Капитан Америка М2, давайте, где-то я его только что видел. А, вот, потому что, наверное, вот за эти товары ты получаешь
Ну и ребята, конечно же, давайте дербанчик. Быстренько с вами пробежимся по традиции, посмотрим коробочки. Что у нас может быть? Ну что ж, в глаза бросается, конечно же, белый корветик, Stingray и Ford Connect. Прикольная тачка, но смотрите, невооруженным глазом, в принципе, можно подметить, что некоторые тачки мы уже видели и каких-то сильных обновлений нету. Конечно, сама коробка впечатляет, вот эта черная Impreza, которую можно выделить. А что, вот этот вот неплох, вполне себе. Но есть ощущение, ребята, что тут уже, конечно, бывали охотники. У меня даже у самого есть ощущение, что что-то подобное я видел. Но, тем не менее, вот пройтись, покопаться. Ну-ка, ребята. Ай-яй-яй, ты могла быть. Ну, нет. Конечно же, СТХ-шка есть. И могла проскочить, саунка проскочила. Но нет, не в этот раз, не в этот день. Хотя шансы есть, и машин много. В принципе, их там-то еще могут вывешивать постоянно. Но чего-то не вывешивают. И нам с вами остается ждать новых кейсов и пополнений. Потому что, как на мой взгляд, тут уже и пора бы случиться обновлению. Пора бы, ребятки. Потому что вот этот гладиаторчик, в принципе, уже месяц назад, а может и два прибыл. Вот этот Маверик мы с вами видели. Хотелось бы, конечно, новых кейсов. Но ничего, сейчас пройдемся с вами. Тут еще один магазин открыли, продуктовый. Посмотрим, что там. Так, это у нас меняющие цвета тачки. Вот интересная, кстати, фантазийная машина. Прототип. Давненько такую не видел. Так, ну и по вот такому мейному выбору все, в принципе, достаточно пока предсказуемо. Самолетик неплох. И, ну давайте, ребята, давайте, ваши ставочки. СТХ, не СТХ, ставим. Оп. Нет, ребята, нет. Но, как говорится, кто не расстраивается и не находит, повезет в любви, ребят. Не расстраивайтесь, все еще впереди. Настанет и на нашей улице праздник, и найдем свою СТХ-шку. Смотрите, Mazda Miata. Неплохая, многие охотились на нее, и, в принципе, я вот не помню, по-моему, даже я брал. А вот и знаменитый Lego Custom Small Block, это Hot Wheels, который разбирает. Здесь, видите, части разбираются и наставляются как аналог Lego, может быть, даже и прямой конкурент. Вот. Появлялись эти машины в начале года, охотились за ними, бегали, но как-то вот как будто бы такие вот старые сейчас приходы, и ничего с этим не поделаешь. Ой, частенько просили вот этот того Китти меня купить, ребят. Хороший. Кукомби. И вот в таких вот каких-то залежах это все еще можно отыскать, это все еще актуально. И к тому вопросу, вот кто накупил и хочет продавать мейн по двойной цене. Ну вот, ребят, спустя еще полгода тут можно найти модели, в принципе, как вы сейчас Теслы продаете, Кибертраки, как продаете Тайканы. Да вот так вот они будут лежать, а вы будете сидеть со своими мороженными деньгами и кусать локти. Все это можно найти. Я понимаю, еще какой-то эксклюзив заниматься, но это тоже, это дорого, это достаточно специфично, потому что не все в нашей стране готовы дорого покупать модели. Тут смотришь, по мейну детям отказывают, а если там кто-то скажет, что ему нужна машина за 15-20 долларов, то тоже у виска покрыть. Поэтому это все весьма специфично. Вот, ну давайте второй ящичек. Small Block видели. Так, корветик, конечно же, есть. И тачки, да, наверное, которые мы уже рассматривали. Но все равно как-то вот приятно занырнуть. Вот, например, Маиста можно встретить, такой джипчик. Не по масштабу, но красивый вполне.
какие-то вот для принцесс. Хорошо, что в нашем хобби появляется прекрасная красавица, прекрасная половина нашего пола. Некоторые из них снимают даже свои видео, неплохо получается. Отдельный привет Марии, хорошо снимаешь. Ты молодец, у тебя есть потенциал. Но, ребят, всем советую. Просто, если начинаете снимать, тут надо понять одно, что снимать надо постоянно и нельзя останавливаться, ребята. YouTube любит постоянство. Первые полгода работайте, постоянно видосы выкладывайте, желательно большие видосы. И потом это будет постепенно развиваться. YouTube — это не быстрая тема, это очень давняя платформа, на ней трудно развиваться, но можно. Главное — упорство, желание, долбить, идти вперед, и, как вы видите, можно достигать результатов, чего и вам желаю. Поэтому уже если решаться, то решаться на такие действия. Смотрите, какой красивый сверху. Слушайте, никогда не смотрел на эту машину сверху, какая красивая раскраска, двигатель, супер, просто супер. Вот, поэтому да, если решаетесь, то делайте, если нет, то просто охотитесь, смотрите наши каналы, подписывайтесь, и я думаю, что тоже получите массу эстетического удовольствия, да и в целом хорошо проведете время. Хобби — это круто, занимайтесь хобби с детьми, занимайтесь с племянниками, наконец-таки, со своими знакомыми, это супер. Вот интересная тачка, Ригер Мотор. Слушайте, с фантазик. Такую не встречал. Видите, хорошо, да, можно покопаться. Так вот, на лайте с вами посмотреть. Бэтменчик, Бэтмена. Новая машина, конечно, хорошая получилась, но в общем и целом достаточно неплохо. Ребят, вот так сегодня лампово, душевно провели с вами, поискали, поохотились. И сейчас еще, ну, давайте местечко последнее, посмотрим, что там, магазин новый. Возможно, будут какие-то новиночки. Подписывайтесь всегда на